Всем привет, друзья, с вами Валёк, и это космические инженеры. Наконец-то я добрался до них спустя столько времени. Ну, как добрался, не хотел заходить, но разузнав, тут новый видос появляется, механизм ветровой электростанции, да еще и двигатель показали. И вспомнил, что кины тестировали свои сервера, решил тут зайти посмотреть. И... собственно, рабочие серверы есть, сервера даже русские, вот, в регионы. Ну, я думаю, в принципе, почему бы не начать? Не начать развиваться на каком-нибудь сервере, потому что так будет и проще играть и с людьми, потому что сервер лежит не на мне, не на ком, никто за это, собственно, не платит. Ну, тот платит, но явно не мы. Вот, и так будет проще встретиться, поиграть, и, собственно, будет намного проще. Собственно, дальность синхронизации. Вот два русских сервера, думаю, атаковать именно их, а именно начну я со второго сервера. Эффективность сборщика 1, эффективность очистителя 1, размер инвентаря 3. Чем проще сервер, то что основная инфа обрабатывается там. Заходи, когда хочешь, фракция будет там же. И да, всех с наступившим Новым годом. Немножко запоздалое видео. Всех, кто посмотрит. Собственно, новый сезон. Начну. И не скоро закончу. Точно начну. Без всяких там. Посмотрим, что добавит, переправит. Пинг, кстати, неплохой, довольно-таки очень. Интересно, где он находится. Собственно... попробуем зайти. Зайти на мир или посмотреть, что тут. И еще, думаю, начать попутно еще пару летсплеев записывать. Решился взяться снова за канал. До этого девочка моя... требует очень много внимания. Не то, что раньше с маленьким сыном он давал записывать, а сейчас нет, то внимание нужно. И глаз да глаз за детьми. Все это знают. Так, собственно, Hello, Dark Spence, welcome to King. Стандартный нам модуль доступен. Марс. Чужая. Корабль возрождения. Стартовый. Малый Малышекс. Ну, я думаю, в этих нет нифига, либо в скафандре. Вот где стартовать? Я думаю, все-таки... где бы стартовать? На земельке слишком легко. На Марсе воздух. Но мало воды. Марс голый. Здесь жуки. Здесь мало кто будет доставать, в принципе. В принципе, мало кто будет доставать. Ведь правильно, я думаю. Но... больше всего будут доставать жуки. Можно, конечно, появиться в космосе. В космосе. В космосе. Марс. Марс. Ну, Земля точно. Не хочу на Земле. Марс или планета чужих. Марс, планета чужих. Ну, давайте, мое любимое, это планета чужих. Чужая планета, как я ее называю. Потому что здесь написано во всех переводах чужая. Это временный корабль. Ладно, good bot. Обучающий и помогающий вам загореть иначе. Не надо мне начинать. Посмотрим, что у нас тут. Как в графическом плане игра изменилась ли. Настройки на высокий поставим, всяких лишних экстримов. По FPS вроде так ничего. Но, так вот, создам я сразу свою правду. Сейчас только где-нибудь посажусь. Сцена, вот уже ошибка, что сцена слишком сложна. Еще был бы самый прикол, если бы на этом сервере был бы выключен. Ну, кстати, дропы какие-то. Проблемы, вечные проблемы серверов. Я чувствую, что симуляция здесь ни в чем. Как посмотреть?
А у меня, кстати, Ctrl не работает на клаве. Это плохо. Надо переназначить кнопку на Alt. Собственно, ну двинули. Главное с этим низкое качество симуляции. Да я заметил. Ну ладно, сейчас потестим, что там на сервере. Вроде всего два человека играет. Я уж не помню, что как смотреть. Кнопочки не помню, ничего не помню. Shift F1. Короче, в мире полно мусора, я смотрю. Полно всего. Что-то симуляция около 0.6, я думаю. Там же с контролом, да, надо нажимать. F12. Ой, не то. Ctrl F10. Не. Че, где же? О, мой буррито сохранял. И один, и второй, и третий. Скорость неплохая. Не, ну я думаю, в принципе, жить можно. Жить-то можно. Сейчас пощупаем. И там уже посмотрим. Так, сейчас включим таймерок. Так что я плотно решил заняться. Да. Снова. Почти на поверхности. Сейчас будет все в принципе как всегда. Постройка панелей. У нас единственное, что трешечка, это рюкзак наш. А вот заработал. Так, скафандр открыт, кислород есть. Нормас. О, это вещание. Вот, кстати, чатик. Вещание тоже у нас не выключается почему-то. Залагал. Это я, блин, пришел. Как я прихожу, так все лагает. Мне вот нравится он там. Возле каньона прям. Сяду сейчас. Я, наверное, слишком быстро лечу, поэтому... Кстати, тяжело мне будет сейчас плюхнуться, я что-то не подумал сначала об управлении. Управление. А, вниз присесть С. Чу, а я думал Ctrl. Везде обычно Ctrl. Вкал. Так, Alt осмотрим. Вспоминаю так немножко управление. Ну, сглаживание какое-то появилось, а? Звуки новые. Ну, будет прикольно сейчас, если в скором времени их не анонсы вот эти вот воплотятся в жизнь. Это игра, которая не отпускает никогда. Ну, временно отпускает, но... В нее хочется играть и играть, когда вот, вот все прошла обида вся. Вот. Сцена слишком сложная, понимаете? Для сервера. По-моему, у меня на компьютере так не лагало. Когда у меня сервер на ноутбуке был. Но так будет проще. С
сейчас все нападем, и сервер встанет. Поля покладем его, значит. Меня все пытается кто-то что-то отучить. Я думаю, я не совсем разучился играть. Так, сейчас поправлю микрофон. Наушники уже разваливаются. Так, выбираем место. Сейчас жуки достанут, не будет все пересечение двух домов. Вот хорошая площадка. Не, звуки новые радуют, да. Офигительно. Сажусь на болотную жижу. Все, сел. Так, не, подожди. Они же автоматически. Да, надо, чтобы села. А, движки. Движки тут отдельно, конечно же, не выключаются. Эх, вспомнить группы. Нету групп. Создать надо группы. Панель управления. Лейнингис. Ларч трассер. Мал трастер. Так. Ларч, конечно же, не выброс. Мне контрол нужен. О. Смал трассер. Все. Группа блоков. Сохранить. Так, теперь берем группы Триаст. Переключить. Только зря ноги жрать. Все. Сели. Так. И что у нас тут? Как всегда. Тихо. Одеваем маску, шлем. Блин, как посмотреть симуляцию? Ну, что-то с контролом нажимать. Ctrl F11. У меня правый контрол только работает. А левый не работает. Ну так, в принципе, графически особо-то ничего не изменилось. Вроде бы. Ну вот симуляция, да. Собственно, сейчас все выкину, возьмем инструменты, блоки, личное оружие, личные инструменты, сварщик, болгарка, и уже в игре даже болгарка называют. Блоки пока не надо. Че, на разведку пойдем, смотрим. Не помню я, вот собирается ли. Тихо. Собирается кислород с планеты чужих, с атмосферы. Или он тут есть? Что-то я не помню. Нету кислорода, вижу. Собирается ли? Есть там по-моему, здесь мало. С Марса мы точно, я помню, собираем. С планеты чужих? Не совсем, я помню. Да, симуляция. Конечно, в шоке. Так, есть у меня 3 патрона. Здесь-то вещение. Вещение могу включить, выключить скафандр. То есть здесь надо незаметно кому-нибудь пойти нагрощерить. Так что... Так, собственно, фракция. В чем я сейчас? Ни в чем. Вот тут прям до хрена фракций. Прям Турус, и Валет, и Дама, и Экспедитор, и Яблоко, блин.
Ставропольские петушиные банды. Spice Different Fox. Да, бла-бла-бла-бла. Ну я, как всегда, создам тег. Три буквы, да? Дерка. Название Dark Inc. Публичная информация. Фракция канала Валёк. Dark Spirits. Видим для всех граждан, но только для членов фракции. Ну ладно, так, понимаете, всех нет. Ну вот как-то так. Принимать всех, думаю, не буду. Или да? Да или нет? Да. Собственно, сразу надо отметить в нетблоке, что это мое. И чтоб мне никто не появлялся. Дай чтоб тебе. Ох ты, блин, буду замучаюсь я с этой симуляцией. Да ё-моё. Надо дальше отбежать. О. Так, значит. Нам нужно... Да что не делать-то, а? Панель терминала подключена к нему. Начинается. Окей, значит. Чик. А я могу только найти... Medical Room. Владелец, я дать доступ, не давать доступ. Так, ну замечательно, автоматически не дается доступ никому. Совершенно. Сколько чего, я уже не помню, что надо. Солнечная ячейка, строительные компоненты. Нужно сразу не забыть. Десяточка. А, блин, контрол-то не работает. Соточку. Сезам, откройся. Да что? Временный корабль после следующего возрождения, я думаю, не удалится. Или типа начинаю пилить. А если его переназвать? Интересно попробовать. Тихо. Так, как что крутить? И чё, я на нем не могу построить? Стальная пластина, нижняя же, да, сначала? Да что ты хочешь? Да что ты? Жуков, походу, дела нету, их отключили. Жаль. Что жуков нету. Я думаю, сервер так должен перезагружаться. Там есть тестовые сервера. Что-то на тестовые сервера вообще не охота идти. Так, давайте попробуем переименовать корабль. Я его распилякую, конечно. Так, а что мне надо сделать? Инфа. Да хрен ты, блин, куда денешься? Теперь это станция. Dark Inc. Home. Все. Панель управления. Ор-детектор даже включен. Ну, трастер можно спилить. Смайл реактор. Короче, нету здесь ничего. Мне нужны позарез панельки. Кислород есть, водорода мало. Тихо. Ну, в принципе, учитывая, следят, интересно, за этим сервером или нет. Бывает такое, да? Может, там сейчас ожесточенный бой идет между двумя фракциями.
себе. Ну, я думаю, в первой серии я не буду делать. Не монтажить. Посмотрим на реакцию. О, низкий кислород показывает. Значит, я могу черпать отсюда кислород. Это хорошо. Что я и сделаю. Собственно. О, present летит. Все. Следующее. Вот на present интересно посмотреть. Что он так скачет? Я пешком пойду. Зашибись. Надо был баллон брать. Что я сейчас и сделаю? Баллон. Нету. А, вон. Баллон кислорода и водорода возьму. Сейчас пойду заберу все. Я слишком быстро двигаюсь, походу, поэтому симуляция. Надо быть аккуратней. Это жуков, походу, дела нету. Вот он коцается даже от того, что прыгаю. Ну давай, я так думаю, долго буду бежать. 140, 130, по 10 метров. Да что ты, давай, мы справимся. Посмотреть, что там за няшки, заодно собрать все. Отлично. Заберу все. Инструмент всегда можно переплавить. А учитывая то, что это... сервер. Удалить. Бежим. До сигнала. Точнее, полечу. Так быстрее будет. Жалко. Я думаю, будет жуки. У меня из игроков никто беспокоить особо не будет. Эй. Посмотрим, что там. Отлично. Нет. Черт. Хоть летит за ней. Ну, я в станцию уже сделал. Ладно, оставлю это пока здесь. Давай. Летим. Там же компы, да? Заодно поставлю. Вторую антенну, это солнечную панель. Так что, кто будет во Франции, во фракции, рад буду какой-нибудь здесь движухи. Вот она, наша поляна. Все, это наша поляна. Домик деревни из этих приветствуется. Чтоб тебе. Ну да, симуляция, надеюсь, поправится как-нибудь. К слову. Надеюсь, хоть раз в сутки-то. Так, компы заложил. Раз в сутки-то сервак. Я внутри. Нет. Снаружи. Фу. Так можно и это между стен застрять. Отлично, прям как надо поставился. Пока жить можно с такой симуляцией хреновенькой. Ну ничего. Так, в принципе, осталось трубу завести. Это вообще бы скинуть его на пол. Ну да ладно. Сделаем базу, как в каком там, когда только планеты появились. В первом сезоне, можно сказать. Да? Да что ты будешь? Борьба с багами. Тихо. Красота. Ну, тебе жижа какая-то. Интересно посмотреть его.
Ну и не могу. Мне нужен Control, который не работает. А, вон, Shift, точно. Кстати, не... А, ну да, всех 0.6, как я думаю, проседает местами. Появляется, проседает. Короче, много обломков, я чувствую, на серваке. И никто не хочет им заниматься. Это самая беда. Но она восстанавливается. Я думаю, если почистят, авточистка есть какая-то. КПУ загружен. Симуляция КПУ. Прям. Ладно, посмотрим. Почему у меня 120 FPS? У меня же синхронизация включена. Нахрен не столько. И с монитора, блин, всего лишь 60. Я хоть отошел? Хоть отошел. Так, летим. И неважно, зачем. Надо будет построить вентиляцию наружу и качать воздух. Отсюда. Да что? Да чтоб тебе. Короче, админы сервера номер 2. Сделайте доброе дело. А, здесь, да? Это я забирать. Долго спиливает. Что так долго-то? Это так любой мини-кораблик придется прям вообще. По-любому ограничение по блокам сделано. И будет попа. Прям попа. Тут всего одна стальная пластина, да? Как раз отсюда этот Сатурн. Эй! Че это? Иди сюда. Короче, полезные вещи все-таки правы. Падают. О, да. Даже вот, знаете, вот интересно сейчас поиграть на серваке. Придет кто, не придет. Интересно, ну и старых друзей, по-моему, кто уже не играет в инженеров. Это я, то поезда гоняю, которые тоже будут на канале, как видите. У вас все, что я играю, будет на канале. Даже Майнкрафт. Все будет на канале, прям все. Ну, кроме парба. Парб я не осилил. Что-то какой-то я слабак. Ну и корейская. Она мне еще с детства допекла. Ну давай. Я тебя распилю. Даже интересно постримить, собственно, деревню нашу расширять. Короче, кто хочет, вступайте в карту и вперед. Я дам координаты всем. Ну, посмотрел. Как это у Гутаиды? Лучше ты в Гудбот сервер почистил. Я надеюсь, корабль все-таки не исчезнет, потому что теперь станция. Да, это будет надолго. Надо обзаводиться нормальной болгаркой.
Неднищенской. Пинг 90. Нетерпимый пинг. Ну нажал я. Ух ты. Да обучение это короче стало. С видосами. Открыть в Steam. Basic. Основные элементы управления. Да. Молодцы. Подсказка. Добро пожаловать, инженер. Это я ее уже давно поддержал. Я даже Deluxe Edition купил. Можете задать любой вопрос. Команду. Используя команду, вопрос должен быть на английском языке. Если не поладок, понятно. А что за команда, интересно? Парашютный люк. Оставим пока, посмотрим, что за год. Блин, я даже на паузу не могу нажать, потому что я не по программу видеозаписи сделал. Взял, так сказать. Так потише будет. Изменение точки обзора может быть полезным во многих ситуациях. Наведите время для подключения видом. Это понятно. Используйте Alt-Mouse, чтобы расстояние камеры. Я выполнил, дай мне няшку тогда. А? Что? Игра приостановлена? В скором времени вы уже будете строить. Да я и так знаю. Я уже готов. Интересно, сильно ли ограничение бабок на этом сервере? Все, я выполнил. Выполнил квест. Не, ну для новичков, которые много чего не знают, допустим, наконец сделали. Сейчас полетим. Вот игрок включился. Я наконец-то разберу эту чертовщину. А? Че, у меня еще электричество кончается? Электричество у костюма? Что-то я не припомню. Жизнеобеспечение. А, ну да. Привет. Да. Нет, да. Ну сейчас. Мне все нужно. Наконец-то. Вообще. Полетели, значит. C, V, C, D, Q, V. Все, отстань. Все как раз что-то... С чего-то... А, нет, там уже ничего не надо. Кстати, симуляция, я смотрю, поправилась, что ли? Да? Мне что так повезло? Мне что так повезло? Так, выкину я все лишнее. Да это ж прям вообще так, да. О, конвейером соединен, да. Возьмем трубу. Симуляция поправилась. Ну-ка. Посмотрим. Симуляция. Да, однушка 0.8 просаживается нормально. А вот проседы, да. Ну это фигня. 0.8. Что такое 0.8? А, ну да. Чуть не забыл. Джошуа отключился. Короче, люди есть? Да, даже посмотрим.
Сейчас я заряжу свой супер-пупер костюм. Эй! А, вот заряжается, я ж испугался. Начинаю потихонечку все вспоминать. Игрок Джос уже снова подключился. Ну, вроде я пока ни разу не вылетел. Программа мне не позволяет нажимать на паузу, что-то редактировать. Ну. Пять. Ставим 5. Где они? Я не туда положил. Эй, чё? Объект. Объект мне не нужен. Лед есть еще. Еще и лед есть. 42 только вместилось. Ладно. Пойдем варить. Хотя бы одну панельку сварить. Отключился игрок Джошуа. Да в принципе сейчас довольно-таки терпимая Сима, она восстановилась. И плюс. За это плюс. Неужто они что-то с кодом сделали? По-человечески. Так, пишем. Труба это не сюда. Бежим. Обратно. Надо шлюз будет хотя бы самый простенький сделать. Ну просто, чтобы сильно кислород не тратился. Так, собственно, сделаю координаты, GPS, новые текущие позиции, название. Дом. Здесь русский, как по-английски, home. Отображает всегда, видимо. Размещает затемнение, если я не... Ля-ля-ля. Ну ладно, как будет. Здесь у нас точка Darkspence Home. Значит, я маяк могу это выключить, чтобы он не высвечивал меня лишний раз. Да и нафиг он сейчас нужен? Солнечный недостроенный. Где? Как маяк называется? Маяк. Ок, детектор. Аэрвинт. Вот это. Тип маяк. Нафиг. Ничего ты не притрабляешь. Все отлично. Так, хватаем панельки. Я достроил батарею. Солнечную батарею. Чё мне впихивают? Да, без модов ванила, кстати. Ну ничего. Многие моды до сих пор в старой графе. Отвратительный. Противный. Как там, два щелчка? Вот. Ешь, противный. Так, с Симой всё ок. Нет, нравится. Посмотрим. Настроим. Мирная фракция. Так, нет. Все в мирных фракциях. Ты перестань ты. Ну мы-то будем каким-то рейд сделать. Надо что-нибудь интересное на сервере делать. Не знаю, находить людишек. Портить. Ну, по договоренности можно. Попортить корабли. Ну, или хотя бы соревнования там. Я так понимаю, здесь все русские, так что будет проще говорить, ну, русскоговорящий, во всяком случае. Не факт, что русский, но русскоговорящий. Так, и теперь что мне надо? Что мне надо? Кстати, зря я его пока в станцию сделал и точку дома обозначил, потому что, насколько мне помнится, сейчас орудие найти вообще проблема. Проблем. Так, как называется? Не таймер блок. Ой, память моя. Орг детектор включен. Дальность 150 метров. И значит... Здесь у нас ничего нет. В поисках орды. Вот, в принципе, баги прошли, это отлично.
Я уж думал, все, вот, ну зря оно, конечно, в начале видео все появилось, но зато видно, что оно поправляется, это уж хорошо. Придется перелетать, кстати. Искать руду. Так что GPS еще рано. Смотрим. Sit down, please. Это временный корабль. Я уже станцию ее превратил. Конвертируют. Почему? Начинается. Зашибись. Все. Да, долетался. Гагарин. Черт. Ну, ладно, все равно надо что-то делать. Вот здесь конвейер. Прямо под окном надо вентиляцию сделать. И будем делать мини-корабль. Ну, не в этой серии. Уже время-то. Время-то полно. Тихо. Иди сюда. Да что ты? Вот это, да? Так, блок вентиляции. В принципе, без модов даже удобнее. Все находишь. Все, что тебе надо. Ну вот Сима опять проседает, но жить можно. И остальных пластин не хватает. Главное сейчас воздух сделать, остальное фигня. Ну ладно. Вот такая вот, я думаю, серия вышла. Сейчас я дострою вентиляцию, там все дела. Ну, увидимся в следующей серии. Жду игроков, фракцию. Там что-нибудь учредим, потому что сервер теперь постоянный, и будет весело, я думаю. Всем пока. Как эта штука выключается?